Знаменитый бело-красный узор здесь присутствует повсюду, особенно в национальных костюмах. Белое льняное платье, расшитое красной нитью, как ничто другое, ассоциируется с Белоруссией. Иркутянка с белорусскими корнями Галина Данилова отмечает, что каждый из этих вышитых вручную узоров можно читать как книгу. Вот этот узор символизирует спаханное поле, как бы урожай на нем. Ну вот это что-то напоминает, так понимаю, сердечки, то есть девушка ждет любви. Кроме образцов национальной одежды, в экспозиции можно увидеть и сделанные вручную аксессуары. Кожаные сумки и монетницы, выполненные белорусскими мастерами, отличаются простотой, а главное – практичностью. Чуть в стороне еще один образец белорусской культуры – куклы-обереги. Даже их крошечные платья расшиты уже знакомым белокрасным узором. Поделками из бересты в Сибири, да и в России в целом уже никого не удивишь. А вот из соломы – вполне. На выставке представлено несколько декоративных композиций, сделанных в традиционной белорусской технике соломоплетения. Из соломы белорусские мастера делают не только такие цветочные шедевры, но и посуду, а также игрушки. Все экспонаты, представленные на выставке, выполнены руками членов Иркутского товарищества белорусской культуры. Здесь, в Сибири, они стараются не забывать свои корни. Очень многие девушки, вот, которых я знаю, они занимаются вышивкой, они занимаются вот куклами. Кто-то у нас занимается. Мужчины даже у нас плетут пояса. Наши мужчины также ткут настоящее льняное полотно. Я очень рада, что вот я могу показать своей дочери, могу показать и другим людям, что вот традиции, старые традиции, они живут до сих пор. В старину белорусские женщины вместо драгоценностей носили ожерелье из бисера. Посетителям выставки предлагают не только посмотреть на подобные вещицы, но и самим их изготовить. Для участия в мастер-классе требуется только бисер, нитки, иголки и, главное, терпение. Бусинку на леску. Теперь вы ее еще раз сюда заходите, в эту дырочку. Иркутяне смогут попробовать себя и в других традиционных белорусских ремеслах. В эти праздничные дни здесь пройдут мастер-классы по соломоплетению и изготовлению нитяных пуговиц. Елизавета Шагвалеева, Константин Синицын. Новости сейчас.